Всем привет, ребята! Сегодня я расскажу вам, в каком доме сейчас живет леди Диана с Кириллом и всей семьей, и вы увидите устрашающий рум-тур этого дома, а также как просуваются дела по съемкам нового сериала и повседневная жизнь Дианы за границей. Сегодня выпуск будет насыщенный видео из их жизни, так что приятного вам просмотра! Леди Ди и все остальные уехали в очень теплую страну, где растут мандарины и лимоны, и они поселились в доме охотника. Диана живет вместе с Кириллом и может даже в одной комнате. Ребятушки, всем привет! Смотрите, какое у нас дерево с лимонами. Баня наша красавица, покопанная, красивая. Тедди, а вот с Тедди беда, лысеет наш парень, к сожалению. Ребят, смотрите, еще какое дерево с мандаринами. Тануся играет в игру. Данина подружка. Кристина с Тедди. Ваня под лавочкой. Так и живем, ребят. Ребятки, мы скоро с этого дома, надеюсь, съедем. Вы просили рум-тур. Хочу показать, в каком мы живем вообще эксклюзивном доме. Вы посмотрите только на вот это. Мне безумно жалко эту зверушку. Смотрите. А вот это вот посмотрите. А вот это вот. Это еще не все. Смотрите, кто здесь стоит. Рыцарь. Можно ночью испугаться, когда просыпаешься. И вот тоже полный ужас. Я такое не приветствую. Это ужас. Статуя вот такая. Это, ребята, я просто... Мне уже скучно. Я уже не знаю, что делать. Картины. Там Диана на кухне, просила ее не показывать. Кушать разогревает себе и Кирилл. Диана, видите, какие. Ребята, я только выхожу к вам. Сейчас стою на балконе, наслаждаюсь чистым воздухом. Собачки гавкают. Вот так вот у нас сейчас красиво. Ребята, вы просите выходить в сторис. Вот, но, как видите, я сижу дома сегодня, и, собственно, пока снимать нечего. Сейчас я пришла в ванную. Я постоянно в одной и той же футболочке. А, вот так вот. Даже не знаю, что рассказать. Мое лицо, видите, еще немножко такое, скажем так, не в лучшем виде, но я над этим работаю. Я надеюсь, что скоро с ним все будет окей. Кстати, вот от этого бренда я купила косметику из Clinical, прикольная. Вот, что хотела сказать. Раньше я пользовалась Абадже, но все осталось в Киеве, я уже рассказывала. И сейчас пробую этот бренд, но пока мне все нравится. Вот. Если честно, я без понятия, откуда у меня этот синяк. Он не болит. Я не знаю, как это произошло. Посмотрите, браслетик. Даночки не снимаю, хожу с ним. Также Юнона сказала, что все препятствия и проблемы уже решены, и совсем скоро выйдет новая серия на Ютубе. Это будет очень круто. Привет, ребятки. У нас сегодня прекрасный солнечный день. Мы так рады, наконец-то, потому что все время были дожди. Вот, только что решали сегодня очень много дел. Именно дел по съемкам. Все, конечно, сложно, потому что мы в чужой стране, но мы преодолеем все сложности. Поэтому, ребятушки, потерпите, уж совсем чуть-чуть осталось, и выйдет видео. Ребята, спасибо вам за просмотр, я всех очень сильно люблю, и я буду стараться для вас выпускать самые первые видео о новостях, о Леди Диане и о других блогерах. Всем пока-пока!